Всем добрый день. Как меня слышно и видно ли слайды? Здравствуйте, вас слышно, слайд видно. Ага, отлично. Так, ну сегодня у нас последняя лекция и сразу и практика. 40 минут. Надеюсь, мы уделим лекции 40 практике. Вот поговорим про многорукого бандита. Тема немножко обособленная от всего остального курса. Но тем не менее, зачастую бывает так, что люди с РЛом в жизни сталкиваются не очень часто, а вот с многоруким бандитом можно сказать, что даже чаще возникают такие задачи, в которых это может быть полезно, чем все то, о чем мы с вами до этого говорили. Вот, поэтому важно эту тему пройти хотя бы на базовом уровне. Итак, ну, напомню, пока содержательно, в чем заключается постановка задачи. Ну, допустим, есть игровые автоматы, и нам нужно... Значит, у каждого игрового автомата есть вероятность выигрыша. Дергаешь за ручку, получаешь выигрыш. Получаешь выигрыш с какой-то вероятностью, и вероятность это неизвестна, но при этом нам нужно дергать за ручки так, чтобы понять, достаточно быстро понять, у какого автомата вероятность выигрыша максимальная, и затем уже за его ручку дергать. Вот. Собственно, тут возникает проблема exploration и exploitation. С одной стороны, нам нужно исследовать вероятности выигрышей, потому что сразу мы сказать не можем. А с другой стороны, нам нужно делать так, чтобы уже сразу получать какой-то выигрыш, а не просто заниматься исследованием. Вот. Ну, тут вот возникает такая дилемма, и сегодня мы будем говорить о том, как эту дилемму можно решать, какими алгоритмами. Значит, ну, наверное, такой очень содержательный пример использования многоруких бандитов – это динамическое ценообразование. Ну, собственно, вот есть какой-то товар, на него нужно поставить цену, и при этом… Что мы знаем? Мы знаем, что если поставим цену слишком высокую, то спрос будет маленький, и мы получим мало прибыли. Если поставим цену какую-то низкую, то спрос будет большой, но за счет того, что цена низкая, мы тоже получим мало прибыли. Ну и надо искать какой-то баланс. Надо искать что-то посередине, что максимизирует нашу прибыль. Вот. Это не что иное, как задача многорукого бандита. То есть мы можем, получается, назначать цену какую-то. Ну, допустим, у нас цена дискретная, да? Выбираем из дискретных цен. Вот. И смотреть, например, как сегодня продавался товар. Если он продавался, если он там продавался плохо, например, то мы на следующий день ставим цену ниже. Ну, естественно, нужно лучше бы, чтобы это все было сделано автоматически и сходилось к оптимуму, то есть к самой лучшей цене. Вот. Собственно, как-то так. Ну, давайте посмотрим про постановку. Значит, задача многорукого бандита – это… Очень-очень выраженный случай задачи обучения с подкреплением, которую мы проходили все это время. Значит, почему выраженный? Потому что в ней, ну, по сути, отсутствует состояние. Ну, на самом деле, можно сказать, что есть одно фиктивное состояние. Вот. Множество действий конечно, оно существенно. Вот. А вот, например, пространство состояний состоит из одного элемента –
функция перехода из состояния в состояние, она то как бы тоже фиктивная, потому что мы всегда как бы находимся в одном и том же состоянии, мы его не покидаем. Вот, функция инициализации начального состояния тоже эффективная, потому что у нас есть одно состояние, мы с него и начинаем. Вот. И что еще существенно? Существенно, что у нас есть функция награды, а на самом деле в данной задаче важно, что у нас награда — это не функция, а это для каждого действия награда распределена некоторым образом. Ну, неизвестным, да, образом для нас. Вот, то есть для каждого действия это некоторое распределение. Так, это, наверное, то, что является новым, в отличие от всего того, что мы происходили до этого. Ну, гамма, можно сказать, что тоже либо отсутствует, либо фиктивный, равный единичке. Вот, и таким образом у нас из всех вот этих элементов существенно является только действия, а именно на самом деле только их количество в данном случае важно. Ну, потому что, понятно, конечные действия мы всегда можем пронумеровать, сказать, что проиндексировать, так скажем, и сказать, что это и есть действие. Вот. Ну, а самая важная вещь — это вот именно неизвестное распределение на множестве наград для каждого действия. Окей, ну и задача, как обычно пока что, максимизация суммы наград на бесконечности. Поскольку гамма равно единице, нет коэффициента дисконтирования. Надо найти такую политику, которая, значит, будет давать максимум этому значению. Окей, значит, ну, в чем здесь принципиальное отличие от того, что мы проходили до этого? Ну, во-первых, награда — это не функция, а вероятность. Если бы награда была функцией, то задача была бы очень легкой. Мы бы просто совершили все действия, посмотрели для каждого действия, какая награда выпадает, и взяли бы максимум, да, максимальное действие, дальше бы выполняли. И все у нас было бы хорошо. Вот, важно, что награда — это именно вероятность. Определяются некоторые вероятностные функции. И также важно, что у нас есть ну, почему эта задача, собственно, очень актуальна? Потому что это, конечно, замечательно, когда у нас есть симулятор, и мы в нем можем все просимулировать и значит, найти лучшую там политику, а затем запустить, допустим, на реальном мире, и надеяться, что она сработает хорошо. Вот. Но в реальной жизни симулятор бывает редко, когда его вообще не бывает. Вот. А делать что-то надо, и поэтому это, ну, вот эта задача как раз для таких вещей и предназначена. То есть в чем ее главное преимущество, так это в том, что мы берем и запускаем наш процесс. Он, ну и он идет, то есть и все, то есть это как бы происходит в жизни. Условно мы не можем остановить и запустить его еще раз, потому что, ну как бы нас, так скажем, будет интересовать сумма наград, да, вот, и сумма наград, она как бы то есть, если мы, например, запустили процесс неудачно и прошли сколько-то итераций и поняли, что процесс неудачный, то мы, конечно, можем его остановить и запустить снова, но как бы формально говоря, получается, что мы уже достаточно как бы достаточно много проиграли. Вот. Если бы вы начали действовать как-то более разумно. Ну, то есть, как в реальной жизни, у вас есть задача, вам нужно, вы пишете алгоритм и запускаете ее. Запускаете решение сразу, сразу как бы условно в жизни. Да?
Вот. То есть, с одной стороны, мы сильно-сильно упрощаем марковский процесс принятия решения до одного действия, до многих фиктивных элементов. Но с другой стороны, у нас вот появляется сложность. Сложность с тем, что у нас вероятностная модель, и с тем, что у нас процесс условно... Нам нужно находить политику, которая будет прямо онлайн находить лучше оптимальное решение. Так, есть ли тут вопросы? Если есть вопросы, можно задавать по ходу дела. Так, значит, в чем проблема? Ну, давайте вначале так. Ну, понятно, что если бы у нас была вот эта функция наград известна, то мы бы знали величину R со звездочкой, и мы бы знали оптимальные действия. И все, и как бы действуя только оптимальным образом, мы бы, естественно, эту задачу решили максимально хорошим образом. Вот. Ну и вся загвоздка заключается в том, что мы эту функцию наград не знаем. Кроме того, если мы посмотрим внимательно, то мы увидим, что если оказалось так, что мы от ожидания какой-то награды больше нуля, вот, и то какую бы мы политику ни взяли, у которой вероятность действия оптимального больше нуля, у нас всегда вот эта величина, которую нам по сути надо оптимизировать, равна плюс бесконечности. Но это за счет того, что мы отказались от гаммы. У нас такие проблемы появились. И получается, что мы как бы... Получается плохо, то есть как мы будем сравнивать бесконечность с бесконечностью, непонятно. Вот. Формулировка не очень хорошая. Поэтому обычно рассматривают другую формулировку, вводят некоторую величину, которая называется регрет. Что такое регрет? Значит, мы берем... Ну, это, естественно, такая тоже абстрактная величина, которую мы будем считать, которую в жизни мы не знаем, но мы ее можем считать условно в каких-то симуляторах для того, чтобы понять, какая политика лучше или хуже. Значит, регрет – это что? Ну вот, это регрет обозначается рост бесконечностью здесь. Ну, грубо говоря, это какой физический смысл? Это то, сколько мы в сумме проиграли, прежде чем начали действовать оптимально. Ну, если начали действовать оптимально, да. Если мы в какой-то момент начали действовать ровно оптимально, то тогда условно мы тут будем получать в среднем R со звездочкой, и у нас как бы в сумме будут нули. Вот. Но до тех пор, пока мы не начали действовать как-то близко к оптимальному, у нас эта сумма будет расти. И будет, ну, какой-то величиной. То есть это, по сути, издержки на exploration, издержки на исследование. То, что тут без исследования не обойтись никак, но тем не менее, вот эти издержки хочется минимизировать. Вот. Да, тут, кстати, максимум написано, опечатка, минимум должен быть. То есть мы хотим найти такую политику, которая будет минимизировать наш регрет. Наши сожаления, да, об упущенных возможностях, так скажем. Вот. Ну, эта постановка, она чуть-чуть получше, потому что в ней хотя бы существует оптимальная политика, пицца звездочкой. Понятно, что это политика, которая все время выбирает оптимальное действие. Вот. И для нее регрет, естественно, будет ноль. Вот. Но в чем заключается довольно фундаментальная проблема этой задачи, так это в том, что не существует алгоритма, некого алгоритма поиска политики, онлайн-алгоритма, который будет делать регрет конечным. То есть, если мы хотим построить алгоритм, который ищет политику, и ищет оптимальную политику, и как бы хотим прям
доказать, что точно он найдет оптимальную политику и к ней сойдется, вот, то у нас всегда вот эта величина будет равна плюс бесконечности тоже. Вот. И в этом есть определенные проблемы, и поэтому, собственно, исследуют не всю эту величину от нуля до бесконечности, а исследуют именно поведение вот таких вот сумм конечных до некоторого момента t. Ну, условно назовем, это тоже как бы регрет, но до момента t, да, к сожалению, до момента t. Вот. И исследуют поведение вот этой величины, как она меняется в зависимости от t. Понятно, что она растет, монотонно растет всегда, потому что эта величина всегда, ну, там, условно, в среднем больше нуля. Вот. Но наша задача найти такую политику, у которой рост этой величины будет каким-то минимальным. Вот. Ну, давайте теперь. Так, вопросы тут есть по постановке задач. Идем дальше. По поводу политики. Ну, давайте так. Политика у нас была стохастическая политика, да, она зависела от состояния и по каждому состоянию выдавала распределение на пространстве действий. В данном случае состояния у нас нету. А, ну и вот еще что надо на самом деле вспомнить, что когда мы учили политику, мы как говорили, мы там соберем какую-то информацию и обновим политику. Потом соберем какую-то еще информацию и еще обновим политику. На этот процесс на самом деле можно смотреть как-то иначе. То есть вот у нас был алгоритм, который собирает информацию и обновляет политику. А можно сказать, что у нас есть, что этот алгоритм, он как бы тождественен политике. То есть, что у нас есть политика, которая внутри себя собирает какую-то информацию и, используя эту информацию, как-то себя модифицирует. Ну, по сути, это тоже политика. Можно сказать, что у нас как бы можно ввести такое еще одно состояние, от которого она зависит, которое в себе будет содержать всю информацию о прошедших траекториях. Вот. И в этом смысле тогда у нас как бы алгоритм станет политикой. Вот. Вот, ну, поскольку здесь у нас пространства состояний нету, то можно сказать, что политика у нас будет выглядеть следующим образом. То есть у нас есть информация о прошлом, а именно пары действия прошедшие и какие награды мы получили в результате этих действий. Вот. И, собственно, политика – это некоторое… И, собственно, опираясь на эти знания, беря какие-то статистики по ним, об этом мы поговорим, политика будет выдавать, значит, вероятности для действий. Вот, ну, как это будет работать? Давайте посмотрим, как у нас будут происходить, строиться траектории, да, в некотором смысле. Мы инициализировали какую-то политику. Вначале у нас никакой информации нету. Мы каким-то, ну, случайным изначальным образом действуем А0, получаем награду R0, добавляем пару в наши данные D. Дальше, опираясь уже на эти данные, мы сэмплируем А1, получаем награду R1 и снова добавляем А1, R1 пару в D. И так далее. И в итоге мы имеем некоторую последовательность регретов, вот, на которые мы смотрим и пытаемся анализировать, насколько у нас, так скажем, издержки нас будут удовлетворять. Вот. Ну и теперь рассмотрим, да, еще, да, пару таких математических величин, которые мы должны ввести.
Значит, введем следующую q-функцию для одного шага. Мы будем говорить, что q-функция для одного шага – это мат ожидания. Ну, то есть она зависит только от действия. И это мат ожидания, награды, которую мы получим, когда совершаем это действие. Вот. Ну, собственно, почему мы вводим функцию именно так? В данном случае ответ на самом деле прост, потому что если мы просто возьмем q-функцию, ну, это у нас MDP, можно определить q-функцию как раньше, но тогда она будет, скорее всего, почти всегда равна плюс бесконечности, потому что у нас коэффициент дисконтирования. Вот. И получается объект несодержательный. А вот такая q-функция, она, ну, вполне себе содержательная. И более того, она в некотором смысле сохраняет, так это в кавычках, сохраняет, значит, порядок, отношение порядка у как бы функций, которые, ну вот если я бы их просто определил. Почему так происходит? Потому что можно сказать, что вот эта q-функция пи от а, она по определению будет равна вот этой q-функции, q1 от а, плюс, дальше мы приходим в то же самое действие и оттуда действуем в силу пи. Вот. С правой частью то же самое, то есть qp от h' равна q1 от h' плюс то, что мы в будущем получим, пока забудем, что это будет равно бесконечности, значит, действуя в силу π. И вот эти величины, которые будут вторые слагаемые справа и слева, их можно, ну, как неформально сократить, и получится левое соотношение. А что это значит? Это значит, что, в принципе, вот такую q-функцию можно использовать для того, чтобы всякие эпсилон-жадные политики строить и так далее, и так далее. Об этом еще поговорим. Вот. И она, ну, вполне себе содержательная величина. Более того, ее можно посчитать. Ну, как считается мод ожидания по методу Монте-Карло? Вот. Тут довольно сложные формулы, но на самом деле смысл простой. Давайте так. Снизу вверх, справа налево. Значит, вот эта вот ажурная буква R – это множество наград, которые мы получили. Ну, то есть, вот она зависит от А. Это множество наград, которые мы получили, совершая действие А. Вот. N – это мощность этого множества. Ну, то есть оно конечно понятно, и оно чему-то, его количество элементов в нем чему-то равно. Вот. А h от t это просто сумма по этому множеству. То есть что это получается? H от t от a это сумма наград, которые я получил в прошлом, выполняя действие а. Сразу после А. Вот. Сразу после, когда я действовал конкретным А, я получал какую-то награду. И вот эта сумма всех таких наград. Вот. Ну, а, собственно, то, чем мы будем приближать к функцию, это средняя таких наград. Вот. Ну, это, в принципе, вот ровно мы условно расписали как бы мат ожидания. По методу Монте-Карло приближаем его средним наград, которые мы получили, действуя А. Ну, как сразу после этого действия. Вот. Ну, и такую вещь мы можем посчитать. Вот. Это можно сказать, что некоторая статистика от данных, которые у нас были. И мы можем, в принципе, на эту статистику опираться для того, чтобы какие-то политики строить. Так, ну теперь перейдем к политикам.
Давайте вначале несколько наивных рассмотрим вещей для того, чтобы понять, как это все вообще выглядит. Ну, допустим, моя политика такая. Я беру какое-то действие случайным образом, или мне понравилось какое-то, и просто жадным образом я действую в силу него. Чему у меня будет равна вот эта величина? От ожидания, сожаления. Ну, там сумму мат ожидания можно поменять местами. И у меня получится вот такая сумма, в которой есть оптимальная награда минус Q-функция, то есть средняя награда, которую я получу, совершая действие А. Вот это зафиксированное А с крышкой действия. Вот. Величина под суммой от t не зависит никак, я могу ее вынести. То есть тут получается t слагаемых, на самом деле t плюс 1, да, печатка. Вот. И что мы видим? Мы видим, что вот эта величина, средний регрет, среднее сожаление, оно растет линейно. Ну, как тут надо оговориться, что если нам повезло, и А с крышкой оказалось равно А со звездочкой, то есть оптимальному А, то это будет всегда 0. Вот. Но если нам не повезло, то у нас линейный рост. Окей. Ну, хорошо это или плохо, мы пока не знаем. Ну, зафиксируем этот факт, что, выбирая вот таким довольно наивным образом, в некотором смысле случайно, мы получаем линейный рост сожаления. Давайте рассмотрим еще один наивный вариант. Допустим, мы будем выбирать все действия равновероятно. Что в данном случае получится? Значит, здесь у нас получится под суммой, значит, как лучшая средняя награда минус средняя по наградам, по всем действиям. Вот, опять же, значит, выражение в скобочках не зависит от t, его можно вынести, у нас t слагаемых, появляется t здесь. Вот, то есть, что это значит? Это значит, что тоже линейный рост, вот. Но, как бы, может быть, он будет в среднем, ну, как бы тут сложно сказать, он будет отличаться от этого. Иногда он может быть меньше, иногда он может быть больше, да? Здесь мы, если нам повезло, и мы выбрали оптимальное действие, это всегда ноль. Здесь это не будет никогда нулем. Но с другой стороны, если мы выбрали сильно неоптимальное действие здесь, то вот этот линейный рост, он будет получше, да? Он будет как бы меньше. Вот. То есть это нечто среднее тем действием от вот этой величины, можно так сказать. Окей. Ну, теперь перейдем к нашим хорошо известным эпсилон-жадным стратегиям, которыми все пользовались миллион раз. Значит, вот мы, значит, собираем статистику, вот эти вот QT, и, ну, эпсилон-жадным образом выбираем, да, выбираем действие, сэмплируем действие. То есть с некоторой вероятностью эпсилон, деленное на m, мы как бы даем эту вероятность на все действия, но при этом на действие, где достигается максимум, мы как бы даем большую вероятность. Вот, что же будет в этом случае? А в этом случае интересно. Получается, ну, тут можно, как бы точно неизвестно, но можно оценить снизу. Снова, ну, тут несложные математические выкладки. Нам нужно вместо понятно что, наше сожаление вот при такой политике будет всегда больше, чем наше сожаление от политики, если мы сюда будем поставлять оптимальное Q. Вот. А если мы сюда будем поставлять оптимальное Q, то на самом деле, значит, регрет можно посчитать аналитически.
Ну, это несложно сделать, можно проделать самому. Вот. Ну и что получится? Получится примерно то же самое, что и раньше. Тоже тут среднее по действиям, но идет умножение на эпсилон. То есть в целом уже лучше. У нас снова линейный рост, но теперь мы можем его регулировать. То есть мы можем очень маленькое эпсилон взять, и тогда рост будет, ну, как бы такой уже, может быть, более приятный. Вот. Ну, при этом, естественно, эпсилон мы не можем положить нулю, потому что в этом случае у нас exploration не будет, и непонятно, как выбирать арг-максимум, да. Да, но вот интересная деталь, в чем она заключается, что если мы теперь возьмем эпсилон-жадную политику и теперь сделаем эпсилон зависимый от t и будем уменьшать его со скоростью единицы, деленное на t. Ну, тут есть некоторая константа омега, которая регулирует условно скорость вот этого снижения, да? Если омега достаточно большое, то вот в этом выражении будет долго-долго-долго единица, но потом все равно в какой-то момент правая величина станет меньше. И то есть это омега условно регулирует то, сколько мы времени будем тратить на exploration, на полный exploration, когда эпсилон равно единице. Будем действовать именно что равномерно. Вот. И получается очень интересная вещь, что на самом деле в данном случае для данной политики рост уже не линейный, а логарифмический. Ну, с некоторой константой, которая зависит от омега. Но это сильно-сильно лучше, чем линейный рост в любом случае. То есть прямо можно сказать, что в таких задачах не надо использовать политику эпсилон жадную, а нужно использовать как минимум эпсилон жадную, которую эпсилон нужно уменьшать. Вот, делать все время все меньше и меньше и меньше. И тогда мы будем лучше решать эту задачу. Ну, естественно, на более долгих горизонтах. При больших-то. Так, вторая политика, которую мы рассмотрим, тоже довольно понятная. Допустим, у нас есть новый вот эти пул. Ну, а теперь мы возьмем, значит, и возьмем softmax от Q-функции. У нас получится некоторая тоже политика, тоже некоторое распределение на пространство действий. Все хорошо. Здесь еще возьмем параметр тета. Это будет то, что мы на прошлой лекции говорили. Он часто называется температурой. Вот. И что тоже замечательно для этой политики, выясняется, что тоже идет логарифмический рост, то есть она вполне, тоже вполне себе адекватно ее использовать. А следующее, которое мы рассмотрим, скажем, из определенного класса политик, так скажем, про весь класс мы говорить не будем, а будем говорить конкретно про нее. И она самая популярная, так называемая Upper Confidence Bound или UCB. Значит, что тут предлагается? Предлагается действовать немножко иначе. Пусть у нас вот тут вот берется арг-максимум теперь не по Q-функции, а по Q-функции плюс некоторая добавка. И что мы хотим? Мы хотим, чтобы Q-функция плюс эта добавка была больше, чем истинное значение Q-функции. Вот. И при этом, то есть мы хотим, чтобы вот это неравенство выполнялось в начале с очень высокой вероятностью, почти всегда, а по мере того, как у нас идет время, чтобы наша добавка уменьшалась, вероятность вот этого неравенства становилась все меньше и меньше, потому что, ну, чтобы Q большое сходилось к Q маленькому. Вот. Ну и предлагается взять вот такое расписание, то есть мы хотим, чтобы вероятность вот это, выполнения вот этого неравенства была t в степени минус 2 каппа, где каппа обычно берут двойкой. Ну то есть
t большое в степени минус 4. Вот. Ну, если взяли и взяли, если мы такое возьмем, то из-за, ну вот, из неравенства, как его, как прочитать, наверное, Хофдинга, наверное, не знаю, известного в теории вероятности, мы получим, что наша добавка должна иметь вот такой вид. То есть что здесь? Здесь вот это каппа параметр. В числителе стоит логарифм от количества итераций, которые мы совершили. В знаменателе стоит то, сколько раз мы совершили действие А в прошлом. Вот. И если мы будем действовать таким образом, с такой добавкой, то мы снова получим логарифмический рост. Что тоже очень хорошо. Ну и последняя политика, которую мы рассмотрим на сегодня, в теоретическом плане, мы ее рассмотрим довольно, ну, как в более простом случае, потому что, так скажем, с ней связана довольно большая теория байесовских бандитов. Мы в нее не будем погружаться, а рассмотрим только самую-самую верхушку теории, так скажем, самую популярную вещь. Значит, предположим дополнительно, что у нас награда не просто случайная, а она будет принимать всего лишь два значения – единичка и нолик. Ну, единичка она будет принимать с какой-то вероятностью P от A, а нолик, ну, с вероятностью единицы минус P от A. То есть у нас бинарная, значит, награда бинарная. Вот. В этом случае предлагается действовать следующим образом. Значит, тут опять же нужно идти снизу вверх, справа налево. Так, ну напомню вот это все в величину, что ht от A это то, какую мы награду получили в прошлом после действия А. nt от A – это сколько раз мы совершали действие А в прошлом до момента времени t. И мы определяем две величины. Альфа t, которая равна h от t от A, и бета t, которая равна n минус h от t от A. Вот. И дальше делаем следующее. Мы сэмплируем с этими альфа и бета из бета распределения некоторые случайные величины для каждого действия. А политику совершаем следующим образом. То есть она будет как бы жадная, но аргмаксимум будет браться по этим случайным величинам. Ну вот, как-то так. То есть почему все это так выглядит? За этим, опять же, стоит довольно большая теория байесовских бандитов, теорема Байеса. Ну, единственное, наверное, что я могу сказать здесь в качестве некоторой наводки, что у нас награда имеет бинарное распределение, да? Бернуля оно называется. Вот. И сопряженное к этому распределению это бета-распределение. Вот поэтому здесь оно, собственно, и возникает. То есть тут довольно важно вот это предположение. Если бы его не было, то политика была, ну, так скажем, ее вот выглядела бы сомнительной. Вот. Похожие вещи можно будет проделать, если у нас награда, например, распределена гауссовская. Гаусса, ну, то есть нормально распределена. Для каждого действия награда у нас это не бинарная величина, а непрерывная, распределена по Гауссу, например. Тогда сопряженное Гауссовому распределению тоже будет гауссовое. И вот там, ну, а параметры этого распределения тоже определенным образом будут считаться по прошлой статистике. Вот. Ну, это уже, так скажем, дополнительный материал, он в наш курс входить не будет. Но просто есть и такое. То есть сэмплирование Томпсона, оно существенно опирается на то, что мы предполагаем о распределениях наград. Вот. Если мы предполагаем что-то адекватное реальному распределению, то
мы молодцы, у нас все, скорее всего, получится. А если нет, то тогда вот под вопросом все будет. Так, ну, собственно, на этом лекция закончена. Раз в 40 минут уложились, это очень хорошо. Есть ли какие-то вопросы? Сейчас мы перейдем, собственно, к программированию всех этих политиков.